Всем привет, ребята! У нас сегодня PJ Masks. Выпуск посвящен только вот этим играм про PJ Masks. Всего я нашел 7 игр. Все играем на новом планшете 24 года. Самый последний M4 процессор. Все тут должно хорошо идти. Мы заценим сейчас все это по порядку. Первая игра Power Heroes — это Runner. Мы будем бегать, собирать монетки. Ну, вы знаете, вот эта вот вся тема. Начинаем с ней. Это, кстати, самая последняя игра по PJ Masks. Новее нету. Именно на планшетах. Есть на консолях. Там игра выходила в 24 году в этом. Она там как-то называется, забыл. Но она вот свеженькая. А вот эта игра, она выходила в 23-м, по-моему, году, или в конце 22-го, не помню. Начинаем с нуля, потому что мое сохранение с облака почему-то, ну, как всегда, где-то потерялось. И эта игра, наверное, облачное сохранение вообще не поддерживает, поэтому приходится сначала. Сейчас будут супер легкие миссии, вот такие вот, влево-вправо. Тут три персонажа, за них можно играть. И еще дополнительные есть, их надо покупать, они как премиум. За них надо платить денежки. Это там какая-то девочка, типа ниндзя, потом какой-то ледяной мальчик там какой-то новый. Я уже забыл просто, как это все делается, как это все работает. Ну, я покажу, смотрите, вот здесь они есть. Если мне дадут сейчас... Блин, не дают возможность мне все... Надо пройти обучение, тогда мне дадут возможность. Тут есть, кстати, видите, у них комната, и можно ее улучшать. Вот тут всякие... Открывать предметы и ставить сюда. Это так сделано, или прогресс в игре. Вот картину, например, повесить могу. А куда я ее повесил, подождите? Вот эта картина или что? Куда она исчезла? Не понял. Вот эта картина появилась или что? Ничего не понял. Кажется, игра подвисла, прикиньте, ничего не нажимается вообще. Вот вам и новый M4 процессор. Некоторые игры, которые не оптимизированы, они очень странно идут. Таких глюков раньше не было, они появились. Но это дело разработчиков, они должны обновить игру, чтобы такого больше не было. Вот три новых героя. А 4 тут? Подождите, сколько их тут? Опять мне сюда говорят. Ну, я все, я уже сделал. Все, ладно, много не тыкаем пальцем. Один раз пам, все, сделали. Все, можно выйти? Нет, нельзя. Пока сюда. Так, тихо. Чтобы не подвисло. Где эта картина? А вот она появилась. В прошлый раз не появилась. Короче, глюк был. Так, тут нам говорят, что что-то... Телевизор. Давайте на полу. А, это компьютер, подождите. А вот это PlayStation какая-то. Пусть тут стоит. Все, достаточно. Погнали играть. Сейчас я покажу, какие еще эти герои есть. Ну, дай выбрать. Блин, он не хочет, говорит, играй второй уровень, потом вернешься сюда. Ну ладно, давайте, вторая миссия, она тоже коротенькая. Нам показывают суперспособность, можно собирать, у каждого героя она тут разная. Нажимаем сюда и смотрите, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, он супергерой, ай-яй-яй-яй-яй, вот это да. Ой-ой-ой, это почти как Спайдермен, ну, чуть-чуть по-другому. Ну, почти, вот как паутина, он так пиу-пиу-пиу-пиу. Да, вот это супергерой. Кэтбой, ребята, запомните. В один момент вы услышите много о нем. Это Кэтбой. Передайте всем друзьям, чтобы все знали, что есть супергерой Кэтбой. Ду-ду-ду. Ну что, я хочу героев посмотреть. Сколько тут героев показать вам. Так, идем в домик. Назад, домой. Так. Да блин, о, наконец-то показывают, что можно менять. Смотрите, Гекко есть, это стандартный. Второй и Улет, этими можно играть. Дальше, Ан Ю. Это китайский, я так понимаю, персонаж какой-то новый. Дальше, Ньютон Стар, второй. Третий, Айс Кьюб. Четвертый еще, Лили Фей, не знаю, кто это. И еще, Бастет какой-то. Вот это все добавили. Сколько они стоят, вы, наверное, спросите меня. Давайте я вам скажу. Пак. Плохой пак. $3. Это что, боссы какие-то открываются? Не понимаю. И еще какой-то пак $3. А все открыть в игре за $10 можно. Вот. Кстати, я, может быть, покупал. Подожди-ка. А вдруг я покупал? Не, я не покупал. Я просто, мало ли, что я во всех играх что-то покупаю. Думал, может, и в этой купил что-то. Просто не помню. Ладно, давайте третья миссия. Поехали. Ту-ту-ту-ту-ту. Вперед, звездочки собираем. Чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин. Так, подкат. Хорошо, идем вперед, идем сюда. Подкат. Хорошо, прыгаем. Опа. Тун-тун-тун-тун. Еще прыгаем. Пум-пум-пум-пум-пум. Бим-бим-бим. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, это суперспособность, надо ее брать. Прыгаем. А, все, конец миссии. Что-то я взял, и все, конец. Ну ладно, вот такая игра. Не хочу в нее играть, что-то мне не нравится. PJ Masks Moonlight Heroes. Moonlight Heroes. Следующая у нас игра. Вот она поинтереснее. Точно вот. Зуб даю, что она поинтереснее. Так, за кого? За Улет давайте. Она летать умеет. За девочку полетаем.
У нее крылья тут, все дела. Вот, она летает классно. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Летим спасать город. Ту-ту. От криминальных личностей. Ту-т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 у. Так, собираем какие-то бубочки красные. Они дают нам силу. А это суперспособность у нас. А вот эти желтые, это чтобы 3 звезды получить за прохождение, надо собирать. Ну, а это все остальное не обязательно собирать, по-моему. Сколько соберешь, без разницы. 3 звезды. Еее, отлично. Продолжаем за Оулет. Мне почему-то все звучит как омлет. Я ее зову омлет, омлет. Красный омлет. Ту-ту. Красный омлет. Мчится. Мчится на крыльях ночи. PG Masks смогут спать спокойно. Я справлюсь. Я защищаю этот город ночью. Я омлет. Я омлет. Лечу на крыльях ночи. Омлет. Так, тоже 3 звезды. Замечательно. Идем дальше. Но это только начало. Это орешки мы просто щелкаем. Легко. Это все семечки просто. Сейчас начнется. Сейчас сюжет раскроется. Геймплей раскроется. Тут такое впереди вас ждет, ребята. Ух, Голливуд отдыхает. Болливуд отдыхает. Вообще все отдыхает. Это прям вообще, да, такое, конечно. Такие игры выходят раз в 100 лет примерно. Я вот подсчитал, что последний раз 100 лет назад такая классная игра выходила. Да, как вот это. Да, да, да. Примерно 100-105 лет назад. Тут еще один уровень. Что-то слишком они ж короткие. Я уже думаю, когда же начнется что-то. Подождите, сейчас. Игра раскрывается на 105-м часу игрового геймплея. Да, тут процесс очень долгий. Но кто выдерживает его, потом получает такой шикарный геймплей, что все обзавидуются, что вы в такую игру играете и свое время тратите на это. Это просто... Это лучше, чем сериал, мультсериал какой-нибудь посмотреть или просто на велосипеде покататься. Это лучше всего. 3 звезды снова. Мне кажется, я один и тот же уровень прохожу. Вам это не кажется? Реально так смотрю, как будто один и тот же уровень. Вообще просто. Давайте поменяем, надоело она. Летать надоело, давайте побегаем. Кэтбой, давай, вызываю тебя. Я выбираю тебя, Кэтбой. Мой покемон Кэтбой спешит на помощь. Так, двойной прыжок у него отсутствует. Просто прыгать можно. А что у него, какая способность-то у этого? А это как Бэтмен, да? Он просто в костюме. Ну и типа никто не знает, кто он. Но способности у него нет. У него просто костюм. Просто костюм. Ну да, там какой-то, какие-то фишечки у него есть. Но в целом... Это не суперспособности, это просто какой-то крутой костюм, пули непробиваемый, там какой-то плащ еще защищает, у него там какой-то радиоприемник есть, он там что-то видит, слышит, специальные очки какие-то там и прочее. Но все это не суперспособности, это просто гаджеты, которые у него есть. И вот то же самое здесь, это тоже Бэтмен нашего времени. Кэтбой, запомните, передайте всем, Кэтбой работает в этом городе, это его территория, не заходить, пока он здесь. Да. Передайте всем, чтобы все боялись. Это зона Кэтбоя. Собираем бубочки. Зачем, я не знаю. Так нам не рассказали, зачем это делать. Ну, просто, чтобы что-то собирать в игре. Потому что всегда все игры какие-то. Тут надо собрать, получить 3 звезды и радоваться, что все отлично. Ладно, идем дальше. Следующая игра PG Masks Racing Heroes. Вот это гоночки. Вот это поинтереснее. Мне кажется, это лучшая игра из них, из PG Masks. Ну, потому что это гоночки. Хотя бы я люблю гоночки. Вот и все. Чисто из-за этого. Люблю гонки. Гоночки. Racing Heroes. Так, тут кристальчик можно собрать. Так, а что тут? Английский, французский, немецкий, бла-бла. Русский. Ну-ка. Герои гонок. Ну-ка. Они по-русски будут говорить? Берем этого давайте. Опа. Так, ну, скажите что-нибудь по-русски. Так, слушаем, слушаем, сейчас будет разговор. Ну? Блин, они по-русски, я поставил, вообще ничего не говорят. Ну, тут только надпись появилась. А вообще они разговаривать должны сейчас, ну, в английской версии. Короче, все, подстава, надо английский ставить будет. Активизируйте силу амулета. Собирайте кристаллы золотой луны. Тут буква И какая-то странная была. Типа твердый знак и Ай.
странно было написано. Так, я первый, прикиньте. Проезжайте по плитам усиления, чтобы набрать скорость. Победа, ребята, победили, победили, 3 звезды, ура! Разблокирован новый уровень. Так, ну что, скажите что-нибудь на русском, ну хоть одну фразу, пожалуйста. Ну скажите. Реально сразу перестало, перевода нет, короче, ставим английский. Вот я поставлю, они сразу говорить будут, смотрите. Вот, 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 вот английский, поехали. Смотрите, сейчас заговорят, вот просто, смотрите, смотрите. Должны говорить. О, Улет уже сказал, ой, подожди, я не то нажал, ёшкин, матрёшкин. Что я нажал? Вот, видите? Уже говорит. А в русской ничего не сказали, просто текст переведен. Вот и все. Так что русского здесь нет, только текст перевели, и тот через Google Translate какой-нибудь бесплатный. Вообще не напрягаясь, просто Ctrl-C, Ctrl-X. Ctrl-V, вернее. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-X, Ctrl-V. Второй не догнал. Но тут не обязательно побеждать, тут и так 3 звезды дают. Я тоже раньше так думал. Уай, я второй не дадут 3 звезды. А, тут дают. Тут игра такая уникальная. Тут не надо переезжать первым. Главное, что-то там сделать, чтобы 3 звезды дали. Вот и все. Какой-то апгрейд у нас. Ну-ка, сейчас что-то будет или что? Да, у нас апгрейд у всех. Так, этому дали силу последнюю, электрическую какую-то. Этому маску усилили, этому маску. Так, ну что ж, поехали. Гекко, вперед. Давай, давай, Гекко. Чейз Ромео. О, перевели. Хорошо. Преследуй Ромео. Значит, надо преследовать. Не надо его атаковать, просто за ним следовать. У нас нет тут никакого оружия, мы его атаковать не можем. Просто за ним идем. Так. Бам, кинул. Пум-пум-пум. Хорошо. Вау! Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, идем дальше. Так, просто гоночка. Не обязательно первым приехать. Просто-просто приехать. Главное не победа, главное участие. Знаете такое? Вот. Главное участвовать здесь в гоночке. И 3 звезды дадут, я уверен. Даже если последние приеду. Так, ускорение. Ну, я пытаюсь всегда выигрывать. Я как бы не сдаюсь. Всегда иду к победе. Я never give up, как говорится. Знаете фразу? Никогда не сдавайся. Я никогда не сдаюсь. Иду до конца. Пробую что-то. И побеждаю. Эх, в конце в него врезается такой звук. Эх, когда в него врезались, когда уже финиш. Такого же не первый раз слышу. 3-й уровень пройден, замечательно. Давайте вперед. Вперед, ребятки, давайте. Всю игру пройти можно. Тут очень... А, победить Лунагерл. Все, это уже босс. Тут будем сражаться. Все, давайте попробуем. Первый босс. Так, она будет что-то кидать на землю. Надо уклоняться нам от этого. Не наступать, не наезжать. Сейчас мы это все сделаем. Ну что, Луна Герл, куда ты там? Сейчас я соберу электричество. Вот, все, все, пошли. Супер, выстрелы пошли, смотрите, замедленно это. Так-то будет нормальная скорость, это только это сейчас тренировочка. А сейчас мы будем нормально атаковать ее. В реальном времени. Все, погнали. Быстро, быстро, конечно. Ну, от начала так легко. Потом в конце надо будет подольше уже боссов побеждать. Это первые уровни только такие. 4-й уровень, нормально, 3 звезды, хорошо. Так, дальше 5-я что-то закрыта, открылась, 5-я миссия, давайте. Давайте, дайте 5-ю. Гекко. О, летать тут надо будет, тут есть какие-то миссии, не знаю, зачем их добавили. Летать вот надо в круг, собирать вот это все, и чтобы еще не врезаться вот в эти метеориты, главное. Какие-то такие уровни, не супер интересные, но чисто так, для разнообразия их добавили, наверное, типа между планетами перелетаем мы куда-то. Ой, я не собрал один. Мне все, уже 3 звезды не дадут, ребята. Сори. Сорян. Это первый уровень, где мне дадут 2 звезды. А может, 1 вообще. Ну-ка, смотрим, 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 смотрим. Блин, 1 кристалл. Наверное, все-таки 3 даст. Не дадут. Не могут дать. Все-таки был же кристалл. Хотя это начальный уровень, может, пощадят меня. Да, пощадили, дали 3. На более серьезных уровнях такое не пройдет. Не прокатит. Там же надо жестко. Хорошо. О, апгрейд пошел. Давайте. Усиление. Пам! Что ему усилили? Так, это ускорение с места, наверное. Этому управляемость усилили.
и этому электричество. Это, наверное, суперспособность, когда мы вот босса как раз догоняем и так чик-чик-чик-чик стреляем по нему, типа выше урон. Следуй за омлетом, короче, говорит. Follow the omelet. Omelet. Тун-ту-ду-ду-ду-тун. Едем. Поехали. Ой-о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 й. Тан-та-да-да-дам. Так, поехали. Финиш. Три звезды, шестой уровень пройден. Так, все, игра надоела, идем дальше. PJ Masks HQ. Вот такое странное название. Сейчас посмотрим, что же это PJ такое. PJ Masks, we're on our way into the night to save the day. Так, тут мини-игры есть разные. Какие будем играть? Не знаю, тут сколько их, 4. Давайте вот это, что это? Так, play. Choose a hero. Ну, давайте для этого. Catboy. Мы покажем вам, кто тут главный. Раз и навсегда. Вот как они сказали нам. Сейчас посмотрим, кто тут главный. Что делать надо? Это надо тапать на экран, да? А можно тапать куда угодно или именно на эту штучку? Сейчас я попробую на экран вот здесь нажать. Сработает? Смотрите. Работает. Короче, ничего сложного. Смотрим вниз, вот это летит штучка, и нажимаем туда вот здесь. Ждем, нажимаем. Чисто проверка на реакцию вашу. Тренировка реакции. Ну что, нормально для детей, детишек поиграть такое. У вас реакция будет лучше точно. Бам! Готовьте палец, раньше не нажимайте вот так. Кстати, а если раньше нажать, что будет? Давайте я просто протестирую. Если я вот... Вот сейчас. А, все, типа, видите, я запорол. Все, меня назад отбросило. Один раз только нажимать можно, нельзя до этого. Один раз нажал раньше, все. И позже нельзя, только вовремя. Хорошо. Отлить. О, два раза надо теперь тапать, смотрите. Так. Это как вообще? А, два раза тап-тап надо делать, окей. Неправильно я сделал сейчас. Раз, два. Через полсекунды, типа, второй. Раз, два. Не, на самом деле это сразу чик-чик. Но не слишком быстро, чтобы он... Бам-бам! Так, по три раза, наверное, сейчас начнется. Это еще ерунда. Сейчас разогрев. О, три, да, три. Там еще четыре будет, что ли? Ой, рано нажал. Один раз только попал, блин. Блин, меня вынесло. Я проиграл! Че, я проиграл? Три раза только можно было. Или я победил, не понял, мне три звезды дали. Что это было? Ладно, давайте другую мини-игру. Это какая-то игра так себе. Давайте вот это, что это такое? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давайте Гекко, зелененький. Гекко, давай, выбираю тебя. Этот город будет моим, сказала Луна Герл. Сейчас мы посмотрим, чей этот город на самом деле. Мои друзья надеются на меня. Не подведи, пожалуйста, Гекко тогда, раз на тебя надежда вся. Так, тут надо свайпать вот эти вот фигурки. Осом. Так, дальше, поехали. Бам. Осом. Еще один выстрел. Вот так. Готово. Ту-ту-ту-ту-ту. Чик, минус. Ху-ху. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Бим. Ой, квадратик не нарисовал. Так, ай. Ви. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Cool.
Не успел. Ой, хорошо. Успел. Хочу победить. Cool. Плюс 9 очков дали. Wait, о, победил, все. Nice shot. Коровой стало. Коровой стало. Awesome. Что там у нас? Три игры. City Run. Вот она, кстати, плохо была шла на iPad. Какие-то текстуры пропали там. Короче, когда бегаешь, все темное, какое-то черное. Сейчас покажу. Может, исправили баг? Хотя нет, эта игра уже не обновляется. Поэтому баг должен был остаться. Потому что игра не обновляется, ее нет в магазине. Поэтому 0%, что что-то изменилось. Ну, только я iPad перезагрузил, может, это как-то повлияло. Да. Так, за кого? Гека. Вот смотрите сейчас, что будет. А, подождите, пока все нормально. Подождите. Не, пока что все норм. Что-то было ж не так, я помню. Или на Xiaomi это было? Не, по-моему, на iPad. Я что-то запомнил iPad. Не, наверное, Xiaomi. А что, на Xiaomi проблемы какие-то были с этой игрой, не понимаю. Ну, тоже там, знаете, это же процессор какой-то новый. Gen 2 там, да? Сейчас Gen 3, Gen 4 выходит уже потихонечку все. Переходят. Ну, это не сильно там что-то влияет. По сути, тот же процессор, просто чуть-чуть обновленный. Как там, Snapdragon какой-то там, я не разбираюсь сильно. На самом деле, уже нет смысла за производительностью гоняться, что на iPad, что на Xiaomi всяких. Просто вот купили, и на 5-6 лет хватит. Минимум 5-6. У меня прошлый iPad на 4 хватило. На самом деле, можно будет дольше их пользоваться. Вот этот, я не знаю, насколько хватит, но на 10 лет, я думаю, если я его не разобью, и, ну, там батарейку просто менять надо будет, и все. Но я поставил 80% заряда. На iPad новом можно лимит устанавливать. На предыдущем нельзя было. То есть, больше 80 он мне не заряжается. Соответственно, стараться меньше 20 его не разряжать, и все. Ну, как электрокары, знаете, чтобы батарейку не беречь. Ну, и в холоде, в жаре не оставлять, это понятно. Не перегревать, это все ясно. Но если так все делать, то батареи на 10 лет хватит ее. Реально. Ой, случайно. Случайно, не туда нажал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, что тут заново? А, я персонажа хочу поменять. Давайте за нее. За девочку. Нету каких глюков. Я, походу, на Xiaomi этот был, что ли. Напишите, кто смотрел прошлую подборку. Ну, у меня был какой-то глюк, я уже запомнил. Значит, это Xiaomi был. Планшетик. Ну, я вроде не делал для вас эти еще ролики на PG Mask. А может, делал? Может, английский канал делал? Я не помню. Все в голове так одно и то же, потому что я уже все подборки 500 раз переделываю просто одно и то же, по сути. Хочется что-то новое, но вот как-то ваши подсказки нужны. Что еще делать? Прям подборку нужно. Вы какую-то одну игру пишете. Мне, блин, с этой игрой, которую вы пишете, я подборку никакую не могу сделать. Мне хочется, чтобы они все были, ну, одинакового производителя, например. Или одинаковой серии. Ну, какое-то у них общее что-то было между этими играми, которые я подборочку делаю. А вы мне часто предлагаете игру, в которой я не знаю, какие игры в подборку подходят вообще. То есть бывает игра какая-то непонятная. Я только думаю, что какую подборку можно сделать с этой игрой. И просто не делаю, потому что нету никаких мыслей. Берите какие-нибудь интересные подборки, придумывайте. И тогда я сделаю. А то, получается, вы пишете какие-то игры. Я уже даже не запомню, какие там. Смотрю и пытаюсь, что это за игра, думаю. Смотрю и думаю, что, какая подборка вообще с этой игрой может быть. Думаю, да, игра вообще ни о чем. О чем? Вообще какой-то сюжет непонятный. Сама механика странная. Вообще, короче, непонятно. Поэтому давайте мысли новые, свеженькие, хочется от вас услышать и увидеть, что же вы меня рекомендуете. Может, что-то новенькое вышло. Ну, я мониторю, которые игры новые выходят. Кстати, новый Temple Run выходит для подписчиков Apple Arcade 1 августа. Новый Temple Run. Абсолютно новый, новый движок, и она, по-моему, даже не вертикальная там. Ну, может быть, и горизонтально на ней можно играть. Короче, что-то новенькое. Вот это прикольно. Temple Run будем играть, значит. Temple Run и будем все смотреть. Раз это будет Temple Run новый, я еще старые попрохожу, попройду там всякие... Ну, короче, придумаю что-нибудь. Все, эта игра надоела. Надоело, ребятки. Одно и то же. Игра не моя, но она есть, я вам показал. Дальше PG Masks. Это что такое? А, это типа 3D, и тут надо использовать камеру. Короче, я не могу вам показать, потому что я вот так снимаю. Hero Academia еще классная игра, на самом деле, вот это. Тут можно строить свою гоночную трассу и потом по ней ездить. Ну, типа городскую трассу. Я, кстати, ее покупал, не помню, кстати. Давайте попробуем, если я нажму сюда, мы это узнаем. Я нажимаю «Купить» и «Восстановить покупки». Может, что-то покупал? Не знаю, я уже не помню. Да, у меня что-то куплено. Все куплено, кроме чего-то вот тут, не знаю, что это не куплено, короче. Ладно, поехали тогда, играем, у нас полная версия. Плюс.
Так, кого выберем? Тут какие-то странные иконки. Ну, давайте собачку. Собачку. Это что, земля такая стала? Обгоревшая. Мне 7+. Драйвинг, вот это мне надо. Драйвинг скул, да-да-да, поехали. Welcome to driving school. Here is all shown. Before we start driving, так, ну здесь легко. Давай. Play. Ой, чё, я ж не поставил, что это такое. Вот, теперь можно. Проехали. Тест-драйв был успешен. Так, мы можем выбрать тачку. У нас три тачки, да? Давайте синюю тачку. И в ней поедет зеленый чувак. Вот так вот. Такое вот разнообразие в игре сделано. Что можно так выбирать. Так, как тут ехать, я забыл, влево-вправо. А, все, окей, давайте. Дрифт небольшой, она так не очень точно едет, машинка. Тут главное пару вещей собрать. Как рули, по-моему, вот эти нужно собирать. Тогда три звезды дадут. Вот. Ой-ой, собрал. Врезался немножко, но ничего страшного. За это не снижают баллы тут. Врезаться можно, короче. Можно и нужно, ничего. Наоборот, иногда затормозить надо, это поможет. Врезались, и все, ноль скорости стала. Так, мы здесь сюда, мы здесь сюда. Play. Так, давай другую машину. Три, два, один. Awesome steering. Move your fingers to turn. Так, получили награду. Так, дальше, да, что-то я задумался, думаю, что делать. Так, следующий раз восстанавливаем. Восстанавливаем асфальт и смотрим. Отлично, все, можно ехать. Гонка начинается. Так, еще третью тачку поставлю. Я еще не пробовал. Эту пробовали. Вот эту, по-моему, не пробовали, да? Так, и на ней... Нет, не она поедет. Ну, вот этот тогда поедет, да? И способность теперь еще можно менять. Какую способность? Ну, красная. Оригинальная способность. Поехали. Полетели, вернее. Что-то собрал я. Блин, она как-то плохо поворачивать стала. Вот я не собрал эту штуку. Потому что она не поворачивает. Она летит как-то криво. Не знаю. Вот видите, я вот максимально поворачиваю. Вот что мне сделать, чтобы она поворачивала? Может быть, iPad еще влево? Управление ниже плинтуса. Очень плохое. Хуже. Некуда. Ну, я как бы прилетел. Дадут три звезды, надеюсь. Эти штучки я собрал. Рули эти. Рули я собрал. Да, все нормально. Все собрано. Все. Наигрался я. Последняя игра вот такая. Спасибо, что смотрели. Следующие выпуски я пока не знаю, какие будут. О чем? Посмотрим в будущем. Пока что подписывайтесь. Набираем 1 000 000 просмотров. Будут стримы регулярные с расписанием. Будете игры заказывать. Все. Ну, чатик будет у нас. Все как надо. Общаться. Будет интересно. Давайте. Цель 1 000 000 подписчиков. И будут у нас регулярные стримы. Все. Всем пока. Хорошего настроения. Хорошего вам дня. А я пошел отдыхать. Пока. Чу. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.